начинаем дальше аранжировку. Сейчас твоя партия еще одна будет. Бас-гитара, барабан у нас есть. Что еще? Ничего не хватает. Вы слышите клавиши здесь? Клавиша здесь есть, она, я ее слышу, но она легким падом очень там внизу звучит. Можно прописать, это будет объем неинтересно. Давайте клавишу все-таки попробуем. Те инструменты слышнее, мы сейчас это берем. Ты можешь сделать гармоничный какой-то рисунок еще наворотить немножечко самому. Надеюсь, не будет ни с кем никогда ссориться из других музыкальных инструментов. Сундук? Что? Сундук. Не понял. Что? Да. Клавиши. Дело в том, что там есть легкий пад, он немного другую партию играет, но мы похожую примерно запишем. Так, итак, добавляем канал. Добавляем канал, добавляем канал. Есть аудиоканал. Итак. Примерно. Давай вместе с тобой споем. Кстати, на момент дыхания интересный тоже вопрос. Она взяла дыхание правильно перед фразой, перед началом первого такта следующего квадрата. А я заметил сегодня, когда писал Unconditionally, что дыхание в таком случае в аранжировке лучше ставить внутри где-то квадрата, его меньше заметно. И оно звучит как будто как эффект. Потому что если все партии одинаково будут перед первой долей брать дыхание, их будет слышно в аранжировке, верно же? Цепное дыхание в хоре, помните? Поэтому я мешаю среди квадрата, дыхание там где-то у кого-то в одно место. Но дыхание это тоже звук. Я считаю, что интересно было бы записать вот так. Ну, мое мнение такое. Как будто какой-то хер. Понимаете, да? Этот призвук тоже можно использовать в аранжировке. Поэтому поехали, поем. Выключаем фонограмму здесь. Слышал, только мы с тобой поехали. Помочь тебе? Я микрофон чувствительности уменьшил, когда она, помните, когда он засвистел. Что можно сделать с таким звуком? Его можно электронным путем немножечко увеличить. У меня это называется, ну, грубо говоря, получается изменить его чувствительность. Увеличить, точнее, его чувствительность. Я на 12 аж ставлю. Смотрим. Или это электронным путем делается? Чуть-чуть появилась больше колбаска. Еще раз попробуем. Посмотрим, что с ней получится, если мы его так каждый раз будем делать. Видите, уже увеличивается. Последний раз. Когда я уже на 24, сейчас будет еще больше. Тихий, я записал звук, возможности переписать. Вот так хватит. Все, одного раза мне хватило, оказывается. Я просто не увидел ее. Подвигаем, чтобы она была в темп, потому что задержка есть у нас, да? Очень хорошо, что мы сразу репетируем задержку. Так, ну, в принципе, да. Я бы сюда бы наложил бы такой автотюн, чтобы меньше погрешности было. Слышите, да? Ложим автотюн. Смотрим ноты. До. Как же выглядит этот волшебный прибор автотюн? Как же он выглядит?
Давай. И вот так. Ой, слишком. Хорошо, Аллочка на меня уже смотрит на рупора. Да. Клавиша у нас есть, получается, так называемый пад, правильно. Пэд, подушка. Подушка, мягенькая подушечка прописали. Кстати, пэдику добавить немного кола можно. Чтобы он был воздушный, верно, пэдик? Есть, хорошо. Так, теперь... А чем он отличается от хора? Не понял? А чем он отличается от хора? Это шайдик. Мы на пэд наложили, на партию пэда наложили холл, чтобы оно звучало воздушно. Такая, знаете, послезвучие еще идет. В итоге мы получаем уже... Немножко тише делать на пэд. Хорошо, следующая партия, чтобы не задерживаться. Тыщ, да, клево получается. Он запал. Так. Получается, там четыре фразы у них, да? Теперь как мы скрипки сымитируем? Наверное, только это особо таким голосом. На звук И, наверное, да, будет? А, сейчас, чтобы да, время будет. Раз, два. Отлично, отлично. Скрипки у нас уже почти готовы. Итак, внимание, наушники. Поехали, запись. Отлично. Чувствительности я так и не добавил, к сожалению. Придется еще раз его быстренько увеличить. Я уже добавил на следующий раз. На 12, как он говорит. Есть скрипочки наши. Слушаем мы их. Тоже ставим, корректируем. И... Можно послушать, что у нас уже получилось. Скрипкам тоже добавляем холл. Он уже у нас стоит. Единственное, что отлично стоит здесь еще. Так. Их надо скопировать, получается. Где-то так, да? Мне кажется, чего-то не хватает заполнения, да, аранжировки? Там какая-то гитарка, кажется, вместо клавиши. Давайте попробуем сымитировать гитарку не так, как у них там просто мелодичнее больше, а чтобы побыстрее это сделать, какую-нибудь просто партию. Получится? Алинке может дадим? Давай. А потом уже само собой вокал, потому что надо будет прокопить еще. Ты
внимание, чувствительность включена, готово. На старт, внимание. Понятно. Я помогаю Алиночке немножечко. Посреди. Чувствительность я добавил, но все равно чего-то нету, но дело еще не в этом. Мне не хватает записи. Часто не слышу ритм. Давайте попробуем эксперимент без наушников. Давайте попробуем включить в колонки ради интереса, чтобы вы послушали, что будет, что запишется. Но не сильно. Мы такое тоже бывает практикуем. И еще разок, не успела. Внимание, будь готова уже. Я еще чуть тише включу. Мне нужно только для ориентира темпа. Неплохой, смотрим, он у нас получается здесь, отрезаем его, я увеличиваю, чтобы это все было удобнее видно, вот наши дыры, да, наши дыры, а ну включим, послушаем, что у нас дыры получилось, здесь холл не нужен, я беру холл стоит на канале, мы его убираем. Вот этот скачок мы уберем. Вот. А что я для гитарки сделаю? Это такая штука, называется компрессор. Что такое компрессор, вкратце говорю? Это выравниватель динамики. Если вдруг динамика разная у нее динамика разная, я этим компрессором выравниваю, чтобы она была более активная, динамика вся. На бас-гитарах, на гитарах часто применяется. Послушаем, как получилось. Слышно музыку? Ну, мы позволим сегодня себе это сделать. Но вы поняли, аккуратненько, когда если вы записываетесь, то вы по минимуму делаете, чтобы ее было не слышно в фонограмме. Итак, мы копируем дыры наши.